Кондратьев отметил, цитирую, «Мы вышли на финишную прямую. Сегодня можно говорить о том, что стадион «Фишт» готов принимать матчи чемпионата мира. Завершено обновление футбольного газона, демонтирована кровля, возведены дополнительные трибуны почти на 4500 мест. Таким образом, стадион сможет принять более 45 тысяч болельщиков одновременно». Конец цитаты. Губернатор также добавил, что в крае ведется строительство и реконструкция 8 тренировочных площадок в местах размещения без команд. Завершить работы на всех площадках планируется к апрелю. Кроме того, проведена классификация почти 5500 средств размещения на территории региона, в том числе почти 2000 сочинских гостиниц. Уже утверждены планы мероприятий по праздничному и тематическому оформлению городов края. Для транспортного обслуживания чемпионата будут использованы 100 автобусов и 70 пар электропоездов «Ласточка» в сутки.